В городском ОМВД сегодня отметили 6 лучших спортсменов в погонах. На ежегодных лыжных соревнованиях среди полицейских области северодвинцы стали лучшими. Первенство у МВД по Архангельской области прошли в Малых Карелах. Лыжные гонки длились с 26 по 28 февраля. Кубок чемпионата области завоевали северодвинские полицейские. В состав команды вошли Эльвира Спирихина, Дмитрий Федосеев, Сергей Попов, Алексей Шемякин, Виктор Шелик и Антон Трапезников. Дистанция была 5 километров. Сотрудники делились на возрастные группы до 40 лет и свыше 40 лет, а также отдельная категория. Это были женщины у нас. Результатом этих данных определялся победитель. В итоге потом еще была смешанная эстафета, где сумма мест и определялся победитель данных соревнований. Кстати, кубок чемпионата УМВД по Архангельской области по лыжным гонкам переходящий. Чтобы он навсегда остался в здании северодвинской полиции, спортсменам в погонах нужно еще 2 года подряд показать самые быстрые секунды на финише.